Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру «Охотники на зомби». И у нас зомби найдены, это хорошо. А также я смотрю, ага, испытание дня. Сделайте несколько мастерских заходов, перелови всех зомби, чтобы пройти испытание. Хм, ясно, мы это с вами, я думаю, справимся. Блин, почему у меня ничего нету, ребята? Какого лешего вы не продаете напитки? А ну-ка быстро на продажу все. Блин, ну мне нечего поставить даже, ё-моё. Да, выбор невелик, ребята, нам нужно отправляться на поиски свеженьких зомбиков. Поэтому сейчас мы и приступим с вами. Так, конечно же, будем ловить. И какие у нас тут охламончики. Так, здесь будет 5 зомбарей на этом участочке. Так, это чтобы она тут не летала и не мешала нам больше. Ну, так, замечательно. Да, нам даже гайку дали. Хорошо. Значит, нам нужно 3 мастерских захода сделать. Ага, я надеюсь, что один из них мы сейчас с вами и сделаем. Эй-эй-эй-эй-эй. А ну-ка вернись, вернись, я тебе сказал. Ты смотри, чудит он мне здесь. Далеко не убежал. Ну и что ж, последнего ловим. Давай, влази. Ага, этот у нас с молоточком. Не убежит, гаденыш. Ну что ж, ребята, первый мастерский заход у нас сделан. Плюс мы с вами немножко зомбарей переловили. И, кстати, скоро мы получим новый титул с вами. Так, давайте, наверное, сразу же продолжим охоту. Где у нас? Ага, вот здесь. Поехали ловить. Ловишь, ловишь их и не переловишь никак всех. О, фиолетовый. О-о-о, тихо, промахнулся. Ё-моё, я думал, сейчас убежит. Он такой гаденыш, быстро бегает. Нет, 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 ты мне нужен. Вернись. Я все прощу. Обманул дурачка. Быстро в решетку, блин. В клетку, точнее. Ну, давайте, я вас жду, жулики. Так, синий вылез. Наверное, здесь рядом с ним желтенький будет, да? Так, мышка, ты меня бесишь. Так, смотри, 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 вылез. Вылез этот... Ай-яй-яй, пока я эту мышку, блин... Интересно, успеет он от меня убежать? Или все-таки я его успею таки поймать? Хе-хе, пригвоздил к пеньку. Отлично. Ну давай, вылази. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасно так, ребят, шутковать-то. Но вот и второй у нас мастерский заход. И, кстати, нам еще... 2 таких мастерских захода. И я, как говорил уже, мы получим с вами новый титул. Так, нам придется, ребят, смотреть рекламу. Да, однозначно. Ну, вот, еще у нас есть, как говорится, запасик на зомбарей. Давайте сюда поставим, сюда. Куда же... Так, один фиолетовый. Вот сюда, наверное, нам будет. Да, вот так-то оно будет лучше. 4 синих. Желтых, к сожалению, нету. И один бородач у нас. Точнее... Не бородач, а с молотком. Ладно, не беда, это все дело поправимое. Ух, поехали на охоту. Обожаю я ловить этих хламонов. Так, вот это вот надо вот подбить, потому что она меня нервирует. Она все время не вовремя нам попадается. Так, пускай они бегут в ту сторону. Ага, вот смотрите. Воу, отлично. Одним выстрелом, как говорится, 2 зайцев. Это хорошо. А здесь кто? Так, отлично, отлично. То, что нужно. Так, там у нас пусто. Это значит, где-то здесь должен быть еще один зомбарь. Вот. Ну что же, я надеюсь, мы его не упустим. Да не должны, ребят, ну в самом деле. Вот, синенький хламон. Бинго. Мы выполнили с вами ежедневку. Сейчас будем получать награды. Так, пока еще мы до сих пор охотники-любители с вами. Потом, наверное, будем охотники-профессионалы. Так, и у нас кафешечка ждет. Так, улучшить зомбовыжималку. Ух, давайте делать, конечно же, ребят. И осталось-то тут немножко нам продать. И получим с вами следующий новый уровень. Вау. Почти все в работе, все шикарно. Блин, жалко, у нас почему-то не выпадают вот эти вот большие зомбари. А они мне нужны. Ну, будем надеяться, что, может быть, здесь
он где-нибудь появится. Они какие-то редкие, кстати, ребят. Оу! А, фу ты нафиг. Вот, ребята, вы увидели, да, зомбика, который нам дает плутоний. Такой чувачок там в шапке. Он тоже, кстати, очень редко вылезает, но когда вылазит, очень даже хорошо. Давай вылази, желтый. Хитрый. Так, будем бомбить его. Тихо, 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 не убежишь. Я... Эй, ё-моё, вот это вот... Ай, летающая мышь, она меня чуть не сбила. О-о-о, тихо-тихо-тихо. О, фу, повезло. Блин, вот о чем я вам всегда и говорил, что они не вовремя попадаются. И, как говорится, они меня станут. А пока я тут в стане стою, эти олухи, будь добры, дают на утек, чтобы только не попасться ко мне на гарпунчик. Но всех переловил я, короче. Вот, ну, получаем с вами новый титул. И какой это у нас? А, ученик сталкера. 10 плутония получили. Я доволен, как удав, ребята. Давайте-ка вернемся в кафешку. Я думаю, что мы надавили. Нет? Нет, еще не надавили почему-то. Испытание пройдено, давайте получать награду. И что же нам выпадет здесь? Да ладно, вы издеваетесь, что ли, а? Три гайки, ребят. Я думал, дадут каких-нибудь зомбарей, но не тут-то было. Ё-моё, ну сколько же еще можно ждать, а? Мне уже не терпится получить следующий уровень. Все так долго идет это дело. Может быть, ускорить что-нибудь, а, ребят? Почему бы и нет, в принципе-то? Так, подожди-ка. Тут можно было бы, в принципе, за один плутоний все это сделать. Тут за два. Ну, сколько тут еще? Ё-моё, очень долго еще придется ждать. А где у нас тут дольше всего? Ага, я вижу здесь за один час. И тут за 47 минут. Давайте, наверное, вот этих вот ускорим. Так, ребята, погнали, 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 погнали. Ух! Надавили целую кучу этих. Это не соки у нас, это уже, знаете, леденцы какие-то. Но смотрите, как дело-то сразу пошло. Так, еще 15. Блин, хватит нам или нет? Не хватает. Можно было бы, конечно, и тех ускорить. Хотя... Нет, не хватит нам, ё-моё. А может быть и хватит там, если они сейчас надавят. Так, нам всего лишь 4. 4 предметика осталось сдать. Вот один, это уже 3. Как ты долго идешь. Сейчас мы сюда еще, ребят, заправим с вами зомбарей. На отжим. Ну давай, еще 2 коктейля буквально каких-нибудь там липовых и все. Тут вообще долго, 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 долго. Блин, можно было бы как-нибудь ускорить. Ну не обязательно этим методом просмотра рекламы, а как-то улучшить. Есть, ребята! 18-й, ох ты, новый зомби у нас какой-то, и продукт новый появился. Шикарно. Так, здесь давится, здесь не хватает. Блин, что там улучшить компоненты? Так, опачки. А это что такое? Мы направляемся на неизведанные территории. Пошли дронов на пляж, чтобы найти зомби с новыми вкусами. Так, а как я буду их отправлять? А, вот, это у нас пляж. А здесь у нас зомби обнаружены. Угу. Так, хорошо, давайте тогда мы вот этих, наверное, с вами поймаем. У нас освободится дрон и, наверное, фиг знает, стоит... Нет, наверное, стоит перекидывать, хотя... Нет, не будем. Потому что нам нужны же обычные зомбари, не только же те, которые на пляже. Так, иди сюда. О-о-о-о, синий, синий, подожди. Уже рад был смотаться от меня. Так, мышь, опять ты тут, а? Не попали. О, другое дело. Давайте, вылазьте, хламоны. Пойдете сегодня на коктейль. Синий. Блин, это мышь опять там. На тебе. В лобешник прямо ей попал. Так, давайте вот в эту сторону, чтобы они бежали у нас, ребята. Ага. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Черт подери, ты посмотри, а.
рановато, ребята, я, по-моему, прыгнул. Есть, прям в пяточку его поймал. Что ж, чистая победа. Блин, 30 чистых побед нам нужно, чтобы мы с вами получили еще один новый титул. А это уже очень-очень много. Так, кафешечка. Продать 20 земляничных соков. У нас там задание будет. А для этого нам нужны, естественно, ребята, новые зомбики. Они у нас, я так понимаю, будут только на пляже. Хотя нам нужны и выжималки для этих зомбарей, ведь согласитесь. Ха, толку-то от зомбарей, которых мы не сможем переработать. Так, почти 5000 мы уже с вами накопили. Злато. Да ё-моё, давайте, наверное... А тут что, нельзя ускорить? А, можно, ребят, можно. Чё это я туплю? Давайте вот так сделаем, за плутоний. А ну-ка. Уж больно хочется мне посмотреть... Оу. Как тут хорошо. Прямо оазис для зомбарей. Вылезли. Иди сюда. В очочках такой крутой. О, здесь, ребята, пеликаши. Тут уже не летающие мыши, а пеликанчики нам будут мешать. Ясно. Ой, здесь, наверное, можно упасть. Опасно. О, а вот они и крабы, ребят, которых нам раньше просили поймать. Я не знал, где они. Вот они, здесь, на пляжике. Ну, вылази давай, что ты? Вылез. Слушайте, у него такая футболка прикольная. Напоминает мне чем-то клубничку. Давай, вылази, я тебя жду. Здесь, наверное, только вот такие зомбики и будут. Да, наверное. Потому что... Оу! Потому что других я не вижу. Отлично. Чистая победа. Тю-дюнь. Замечательно. Ну, ай, не дали мне плутония. Ну и что? Так, продать товары. Значит, нам нужно купить, да, выжималку. 4000 как раз у нас есть. И вот она, ребята. Juicy Melons. Вкуснятина. Ну и как мы назовем этот прекрасный дынный сок? Дай-ка подумать. Главное, ничего неприличного. Дынный, ребята, я бы сказал, что это все-таки клубничный. Ну, на худой конец арбузный, но никак не дынный. Дынный сок красного цвета, странно. Такие, да, под пресс их быстро. Оп-оп, и на давку. Так, воу, 9000 нужно, чтобы улучшить. Слушайте, а есть где-нибудь поменьше? Тоже 9000, ёлки-палки. Мне таких денег пока не заработать, блин. Хотя, если постараться, почему и нет. Так, улучшить мощность нам нужно. Так, улучшить мощность. 5000 нужно заработать. Ёлки-палки, это очень-очень много денег. Так, там 32 уровень нужен. Да, нам тут еще долго, ребят, придется корячиться, честно говоря. Ну что ж, давайте смотреть видосик. Да, именно этого я и ждал. Вот они, новые зомбики. Поехали, ребята, нам нужно ловить на запас. Ёлки-палки, рискованно было прыгать, когда тут на... Так, ё-моё, тихо. Опа, подожди, сейчас тот убежит от меня. Ай-яй-яй-яй-яй, упади. Ага, ты смотри, какой хитрый. Знаешь, что надо перепрыгнуть, на-ка. О, мы еще и болт получили. Болт, шуруп, какая разница. Так, и вот они два. Блин, ну неужели здесь только два вида будет? Ну как-то... Ну не кайфово это все. Ха, на меня побежал, дурила. Давай. Ты посмотри, не бздит ничего, а? Бежит прямо на меня. Ну, правда, потом одумался и дал заднюю. Все, отлично. Вот он, плутоний, ребята. 12 штучек у нас. Я даже не знаю, можно, в принципе, продолжить охоту. И сколько у нас надо за активацию? О, здесь еще обнаружены. Хе, вообще козырно. Сейчас наловим зомбарей себе. Но главное, что мы уже перешли с вами на пляж. Блин, до 32 уровня, правда, нам придется теперь тут качаться. Закачаться можно будет. Ну, выпрыгивай давай. Синий, ладно, синий. О-о-о-о-о, тихо. Мыши, вали отсюда, ну ты достал уже, летаешь тут. Змеи тут на мозге мне тут капают. Оу. Так. Вылез, смотри, смотри. Опа, вернись. Длиннорукий, коротконогий хмырь. А ну-ка быстро, оу, промазал. Не-н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 е. Не должен. Да ладно, блин, ну как же так. Ну как я этого олуха мог упустить. Черт подери, он мало того, что он
Редковатый, так еще и шустроватый, а? Ну, я ему потом... Я его, когда, ребят, потом поймаю, я ему уши надеру. Будет у меня лопоухим еще придачу, помимо того, что коротконогий. Ну, давай, вылази, синий. Закутался он тут мне в бочку. Все. Да, победы чистые нам здесь не видать. Но, тем не менее, поймал. Так, в кафешку давайте вернемся. И, наверное, нам пора заправить наши машинки. Так, отлично. Так, здесь давим. Вот сюда, да, сюда можно. Так, и синих. Все, большего мы пока позволить себе не можем. Ух, до 32 уровня. Ребята, это знаете, сколько мне еще тут качаться? Обалдеть. Ну что ж, давайте, наверное, на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Так что, ребятушки, увидимся уже в следующей серии и будем продолжать ее играть. Так что все, всем пока и удачи вам.